Шанс для Морозовой России. У нас все должно прижиматься к земле. Сколько я уже об этом говорю. Вот. Пусть второй раз показываю. Это мой сын. Это он отклонил ветку. Черешу, чтобы вы поняли. Если дерево не может расти вверх, ему не позволяют условия. Вот. Заметьте, на самых югах были сибирские морозы. Они миллионы лет так, или 10 тысяч лет так, а 5 лет, а вот теперь потом 20 тысяч лет, 30, потом опять на 10 тысяч лет, опять ледник, и все, и все-таки приспосабливаются так. Не могу, не дали расти вверх, я распластаюсь по над земле. Вот. Вот одна фотография. И учитывая вот это мой опыт, пожалуйста, приезжает ко мне студентка, вот, милая Юля Матвеева, вот, которую я дочкой называю. Вот. Которая уговорила преподавателя отпустить ее в железо на практику, что само по себе было наглостью. Как только догадался. Вот. Ну, а я ее учил. Вот она, полку, солидная форма. Я теперь говорю, а я же тоже ученик. А Чернышов Валерий Петрович, что мне писал? Не поднимайте черешни выше метра. Будете с плодами. Я, конечно, не стал ограничиться метром, знаете почему? У меня другой принцип, не мешать. Это селекция есть селекция. Но вам советую. Вы можете вот это все делать так примерно, как учил вот этот товарищ вот в этой книге, да? Вот. То, что мы сейчас выше проходили. Но он имел в виду грушу, ту самую, которая исторические условия были созданы не для нас. И раз уж она к нам попала, то будьте добры, сохраните и вот эту форму, а не вот эту. А мы наоборот. А вот череша другое дело. А? Он умудрялся защищать черешни Чернышов. А я, знаете, чем я горжусь? Он ученый, агроном, вот, с этой Саратовской зональной станции. Он это, со мной дружил. У меня есть целая глава в книге. Смотрите, мы еще дойдем до книги. Вот-вот. Видите? У меня есть глава, которая сделана из его книг. Ой, нет. Из его писем я сделал целую главу. Видите? Вот. И я это запомнил. А давайте соломенный мат. А давайте камышовый мат. И черешни не будет. Хотя бы так. Это Сибирь. Меня, видите как? Думаете, каждый год черешню ем? Один год из трех. Врать не буду. Но это предел. Еще два поколения, и уже будет, ну, наверное, каждый год. Но кто будет это продолжать? А вот это вот еще раз. Ну, скажите, это очень вкусные яблочки, полукультурные. Это та самая Аленушка. Ну, ну куда еще для всей Сибири, для всей. Помните, я говорил, до сих пор сланцевая форма еще свое не отжила. До сих пор. Нет, нет, это письмо. Ну все нормально. Алтай, благодать еще раз. Нет, было 46. Волга под Нижним Новгородом. Ну все прекрасно. И когда я получаю письмо, что на почве было минус 52. А для Кубани минус 30, и у них половина померзла. Потому что бывает минус 31 день, а бывает пару недель. А для Кубани это перебор. Скажите, что штамп тут делать? Вот это все отрезать, а? Уважаемая выпускница Тимирязевна, это вы подумали, где вы живете, в какой Сибири?